Смотри, когда с планшета смотрю, звук вроде бы стабильный, нормальный. Когда с компьютера смотрю, получается диалоги и текст на 3-4 уровня ниже. Я вот тоже не могу понять, почему. А музыка орет как подорванная. Я вот тоже не могу понять, почему. Плюс еще твоя любовь к металлу. Сразу такой, ор, блин. Будто реально бы где-то куда-то пилой попало. Костя, посоветуй что-то, ты у нас звукарь переросток. Надо колонки менять. Десять тысяч, за что? 9700, не надо ля-ля. Да, а приблизительно тоже, как бы тонкое женское белье. Ну и что, прикольное белье, ну? Костя это белье протестировал, когда мы влог снимали. Я даже это на видео оставил. Отличные трусы, мне нравятся. Главное не смутить, да? Вот это отдельный кайф. Когда тебе не нужно в них влазить, когда ты просто одел и зашнуровал. Thank you.
сударь, как вы оцениваете свою работу сегодня? Я очень хорошо оцениваю свою работу. Я желаю, чтобы моя работа очень хорошо оплачивалась. А те, кто работает за 2 копейки, мне вас искренне жаль при такой работе.